мои детские мечты. Сделала себе несколько подсказок и буду туда подглядывать. Моя мечта была носить разноцветные бантики, заплетать их в косички и ходить. Когда родители уходили на работу, я брала множество бантиков разноцветных, вела их множество косичек и ходила, плясала, танцевала и веселилась. Они прыгали у меня. У меня столько было в это время смеха и позитива, и это не передать. Я забывала все обо всем на свете. Мне было так прикольно и суперски комфортно, что я испытывала при этом такую радость, это не передать. Так что иногда носите бантики разноцветные и будьте всегда в позитиве. Следующая моя мечта была кушать мороженое. Даже когда болело горло, мне так хотелось мороженое покушать. Поэтому что я делала? Тайком ото всех брала в холодильнике мороженое, доставала, открывала и брала самую большую ложку и ела. Вкуснятина. Это не передать. Это настоящее счастье детства. Следующая моя мечта была кушать одно только варенье. Днем, вечером и даже ночью. Насколько она мне очень-очень понравилась. Я намазывала их на бутерброды и просто лопала, как Карлсон, который живет на крыше. Всем приятно. Следующая моя мечта была, чтобы 1 сентября была не линейка в школе, а дискотека. Потому что на линейке было очень скучно стоять. Ой, постоянно начинала зевать и начинала ковыряться в носу от скуки. А хотелось так дискотека. Следующая моя мечта была, это прыгать на постели, пока родители не видят. А все боялись, вдруг я провалюсь и сломаю кровать. Но сейчас я это исполню. Это так весело и задорно. Прыгайте чаще.